Когда на Авито покупаете велики, будьте внимательны, посмотрите, что сделали продавцы. Просто приварили вот здесь вот само крепление колесика детского. И чтобы снять колесо, нужно отрезать, потому что по-другому колесо никак отсюда не вытащить. Сейчас буду болгаркой спиливать с этой стороны. Буду болгаркой спиливать с этой стороны, потому что пробило покрышку, прогрызло. Там и камера сдулась, покрышка под замену, и колесики тоже придется менять. В любом случае пилить, но вот будьте внимательны, потому что это и денег стоит, и времени, чтобы починить такой велосипед. Велосипедик готов, новая покрышечка, новая камера. Чуть-чуть почистили посадочные места и поставили новые модные колесики. Стоят у нас всего 250 рублей.